Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя, Господь, за свет этого нового дня, за эту мирную местность и время. Ты позволил нам здесь пробыть 45 лет детским лагерем. Тысячи детей услышали благую весть о Тебе. Это милость Твоя. И эта власть, отошедшая от жизни советской, ничего не могла сделать с нами по Твоему благоволению. Ибо Ты, Боже, восставил больших людей, которые заступились за нас. Хвала Тебе. Мы приехали на это место вспомнить и восславить Тебя, как Ты любишь творение Твое, Христе Боже наш. Ты собрал нас с разных сторон и стран. Хвала Тебе. Прими наши молитвы. Нам радостно быть здесь, смотря на эти облака, на эту чудную природу. Тебе хвала, Тебе слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, посети находящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах, лагерях, неведомых нам страдальцев. Монаха Сергия, Владислава, Вара. И взятых из жилищ, не отправленных на фронт. Никиту, Александра, Максима, Иоанна. И всех лишенных своих родных. Дай им силу устоять, чтобы они постоянно повторяли Откровение 13:10. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит самому быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Дай им то и другое. Тебе слава во веки веков. Аминь. 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 Так, мы сейчас переходим оттуда вот. Там он видно, недалеко здесь. Где мы всегда молились во время, когда команд мешал нам. Там была колхозная водонапорная башня, мы там помолимся и по домам. Вот так, выходите прямо сюда. Уходим. Кто-то помогите собрать. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И освети дары, посылаемые Твоей щедростью. Будет полезно для души и для тела словом истины и молитвой. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Кто-то подает, кто-то берите место и ищите. На палатку. Так, все соберем и там. Шинковать. Так. Еще где сестра? На траву. Нет, мы здесь будем первое, а второе раздавать. Как это не будет? Вот как ты думаешь? Нет, 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 нет. Куру рабочую, кашу ты ночью. А вот сюда. Раз, прошло. И тут ускорение, Вячеслав, 0%. Сестры, на раздачу. О, один пошел. Кем пошел? Алло!
пойду за Лили, да? Сеня, что случилось? Прыгай! Это такой мальчик прыгает. Можно ее поднести? Хлеб отнести все. Помоги, помоги хлеб. Ложки, ложки отнести. Я не знаю, видишь, тут ходить с ними не поездка, да. Один маленький. Ничего не видел, вообще даже рак. Ну-ка. Проходи, Миша. Давай, Лиля, мне. Что можно? На правку? По кругу дойдет. Туда. У меня нет. Это у тебя есть кошка? Будешь ступить кушать? О, сейчас какой ступить? Так, сейчас ступить. Больше нету ложек. Дойдет. Нету ложек. Сейчас девочки пойдут. Я руками буду кушать. Сейчас я тебе дам. Да. Так, кому еще суп? А ты будешь суп? А буквально одна тарелочка супа. Две. А мальчики не хотят. Ну, дайте суп, дайте. Мам, ты чего? Ты тут обрабатываешь меня. Иди, садись, папа, иди. Суп есть еще? Да, суп. Ее с медом. Не мил. Сейчас иду. Помидор будет? Помидор. Я не могу Кто-то раздает.
корреспондентов. Ты что расплакалась? Надо было с вами не ходить. Ложка есть? Помидор. Да что у вас случилось-то? Скажи мне, пожалуйста. Я тебе буду писать, не хочу. Второй есть? Лариса, давайте, Игнатий. Садись, Ксения. И сильно не трясите машину, камера стоит на машине. Давай. Сюда второе.
Второго? Там гречка осталась, один из... Не, чай. Не бросали. Вот у меня больше не бросайте. Ну успокойтесь, да там тебя выйти будут. Все, сидят дети тебе. Все, я не буду с тобой прыгать. Все сидят, сейчас опять начнется. Я ему тут убираю, опять убираю. Так, будешь, да? Мне воды. Парнозы, чай и... Чай и чай. Второе, можно словить? Попадает? Куда попадает? А? Второе половинка? Да. Где кошка? Ну, чай можно? Давай, есть печенье. Плюс печенье. Второе. У нас на второе теперь осталось. Я смотрю, как он снимает. Слушайте, освобождайтесь, потому что нет воды, для воды. Что, попьем? Я не говорю, что-то чай, вот здесь берите коробку. Не говорите, что не вот тебе что положим? Чай можно? Да, без кружек нет. На, держи, нет. Нет, заведет. Сними, Николай. Его закатит. Снимает. Кружки сейчас дам. Миля, там где-то маленькая кастрюлька, что-то вон ее тащи и клади себе, на. Я купашка плавает в чае. Я сейчас сразу пойду. Мама, вытащи ее. Сегодня не страшно, сегодня с суббота можно купать. Пополам, Андрей, пополам. Слышишь, да? Я сначала пойду сюда молюсь. Но это тоже акрида. На уши торчат. Надо сейчас еще труда фильмы, которые я обслуживаю. Сейчас я пряник принесу, подожди. Да. Идите. Обойди, чтобы кости собрали. Кости, кости, принимайте кости. Кого кости? Возьми картошку. Возьмите кости. Я сейчас воды найду. Помидоры есть там, Дарья? Вот она. Вафли будет? Вафли? Не вафли, не вафли. Иди вам покурить. Поэтому, когда тон чистишь, там еще печеньки были. Дайте помидор, Валерий, дайте вам помидоры, дайте, пожалуйста. Кубик приплетается там, там вино три. Если не будете. Кости есть у кого еще? Нет костей. Что тут чего? Да. Вот так.
Так, кто нам дает сладкое? А пряник есть, Валерий, пряник есть? Пряники, кажется, нет. Сколько, Наталья? Два, один. Один, Миша. Так, кому чай? Настя. Море. А, вот, вот, вот. Огурец, да, дай. Да, Егор, это овсяные. Наталья, спасибо. Что случилось? Скажи мне. А? Что случилось? Что у вас не случилось? Скажите, что там такое прям горе у вас. А? А ты не знаешь, ты тоже плакала? Дочь, ну ты уже постарше у Лены, давай уже это. Блягу вытащил. Какой понесла то? Ну хорошо, как не было. Сейчас вот гидро с картошкой таскает. Ну да. Я куда это понесла? Да нормально, нормально. Че нормально? Ты нам нужна, понимаешь? Ты нам нужна. В ведре посмотрите, Галина, в ведре. Я. Ну да. Я помогу. Один бокал! Ты нам нужна, понимаешь, ты ради других хотя бы. У тебя не жалеешь. А ради других ты хранишь. Ложечку дайте, как у кого Нет, смотри, все правильно говоришь. Смотри. К произносится как М. И получается А. Подожди.
Женя хотел их пошутить. Поделиться с отцом-матью. Он же делает для пользы. А Федор пошел. Ладно, поделился с братьями. Как, я прям представляю, он, знаешь, такой жил, что ли? А что это я делаю? Да, ты уже пришел, братья. Ужасно. Иди в машине, Валерий. Корреспондент, Игнатий Тихонович, только два супа осталось, больше ничего нету. Все съели, молодцы. Как молимся, как и едим, так и работаем. Давайте я возьму. Роман, все, пожалуйста. Нету здесь, там он где-то спрашивает маленький. Есть, пошли, да. На, вот и попробуй. Мама, где я разбирался? Какой момент? Впервые слышу вообще. Я не понял, откуда это просто надо. Ты бы сейчас сказал, 20 лет назад ты еще не вспомнил. Я уже на Испании шел к рассвету. Там крапива, Галя. Это крапива. В этом нечего каяться. Здесь наоборот. Я так смелый немного. Зачем? Садись на это, на покрывало, садись. Ничего страшного, это кузнечик, он вообще он без зубов. Он не кусается. Сейчас. Быстрее. Андрюша, куда он делает? Давай, мой хороший. Все, 38 давай. Человек. 100%. Погоди. Он туда на деревья, потом туда. Настя! Он вокруг побежал. Чтобы не он хотел.